Every year, vulnerable men and women go missing in Russia. Many end up in remote areas, forced to work in brick factories and farms. Here they become trapped in a system of modern slavery and bonded labor. Он сказал то, что за вас заплатили, то бишь меня продали в рабство. Я вот ушел один раз, вот я дошел до вокзала, за мной уже приехали, увезли назад. Отсюда, говорит, вообще, если убежишь, попадешь, говорит, в горы, оттуда, говорит, вообще не уйдешь, говорит, никогда не убежишь. Выскочил, говорю, отсюда быстро, бля, нахуй за мост, бля. Ты че, бля, здесь, бля, здесь все игры играют? А, какие игры, бля, 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 что, бля? Пидорас, бля, теперь кто сгоришь, бля? Пососу на место, бля. Нет, я спрашиваю, он по своей воле вышел, сел к нам в машину. Я же вам показал. Алексей and Закир work for Alternativa, an organization dedicated to finding and freeing some of the thousands of slaves thought to be held against their will and forced to work throughout the Russian Federation. Это реально опасно. Были случаи, приходили люди в ближайший магазин, куда мы ходим, предупреждали хозяина магазина, чтобы нам передал, что если я и дальше буду вот так продолжать забирать людей, зайти закрывать кирпичные заводы, убьют меня и взорвут всю мою семью. Уже пятый год. Ну, что будет завтра, мы не знаем. The exploitation of these men and women often starts in the capital. Если человек не находит работу, куда он пойдет? Единственное место, куда, где много людей, это вокзал. Вот туда и все стремятся. А там и ждут вербовщики. Это миллионы людей, которые уезжают на работу в другие регионы, и из них там десятки тысяч пропадают без вести. These are some of Russia's most vulnerable. Some have addictions or mental health problems. Others are homeless or have lost their official documents, making them easy targets for recruiters. Родственников нет, умерли, искать их никто не будет. Вербовщики уже видят уязвимые места, и поэтому легче контролировать. They're promised jobs with decent salaries in remote areas of the Russian Federation, such as Dagestan, a Russian republic. Alexei is traveling to the capital, Makhachkala, to meet Закир and track down bonded workers. For those men and women promised work in Dagestan, the 2,000-kilometer journey from Moscow is by bus, which takes more than 24 hours. В целом, за такую условную доставку человека это может варьировать с 15 до 20 тысяч рублей. Можно условно назвать это ценой человека. Alexei and Закир have been contacted by a brick factory worker named Dmitry. He's asked to be rescued. Обычно либо они как-то дозваниваются до своих родственников, родственники нас выходят, либо напрямую до нас дозваниваются или пишут в интернете, если им удается найти телефон, или реже через каких-то местных жителей там подают сигнал о помощи, что вот здесь работают, не могут уехать. Away from the cities, much of the country is remote and rural. Escape is nearly impossible. Порядка 500. А вообще есть в горных районах, физически не можем их охватить. After a long search, Alexei and Закир think they've tracked Dmitry down to a brick factory where he says he's being kept against his will. Это невозможно прям дышать. Often, these brick factory workers have their passports taken away and are warned the police will arrest them if they try to leave. Told by the owners that they will only be paid at the end of the season, they work without pay for 9 months, only to find out their salary has been spent on accommodation, food and cigarettes. Many are left with nothing and end up trapped at the factory for years. Не как именно удержание физического человека, а как создание таких специальных условий, при котором весьма трудно покинуть ему место своей работы.
Мы называем это трудовым рабством. They eventually find Dmitry. After an altercation, the factory foreman says he has never mistreated the workers and insists they will be paid on time. Надо говорить людям сразу. Получать будете 12 тысяч, работать будете 15 часов, 14 часов в сутки. Эй! Dmitry tells the foreman he wants to leave, but with his wages and his passport. Если там есть документы, ты мне давал документы? Не, Мурат взял, не, тогда нас назад там, они сидят там. Так, давай мыться, переодевайся. Не, я сейчас найду, если там они есть. Атай, давай, да, быстрее все это сделал, просто очень мало времени. Там у него что по деньгам? Я его сейчас буду... По деньгам что у него? Я ничего не решаю, я здесь ничего не решаю. А кто решает эти вопросы? Решает хозяин. After threatening to call the police, Dmitry is paid and is free to leave. Though he's now been rescued, there are many more workers who may never be so lucky. Ну, тут наш рейсчик — это многие сотни человек. А мы в год освобождаем, ну, десятка там, 3-4, может быть, 5. Все начинается вот с маленького шага. Входим в доверие, потом уже забираем. Many of the workers don't know they have the right to leave the factory. Вы, по идее, без нас отсюда уйти имеете полное право. Соответственно. Куда? Домой. Не, а если вот я с Донбасса, меня вот он с Донбасса. Да, земляки. Я понял. Мы земляки, я вот только что российское гражданство получил. Мы русские паспорта получил. Только получил. Я понял. Все, нам ни флага, ни родины, там разбомбили. Ну, я понял, ну вы-то сейчас просто пришли, или тоже хотите? Тоже. Exploitation extends from the brick factory to small farms known as kosharas. Nikolai and Svetlana have been working at this sheep farm for 2 years. They say they've never been paid and don't know how to escape. The farmer also holds all of their legal documents. Nikolai's nephew got in touch with Alternativa for help. Before they can rescue Nikolai, they must collect Svetlana and their young child. Svetlana! Что? Домой их забираем. Все. Здравствуйте. Спала? Да. Мы вот за Николаем приехали, я вас просил домой вернуть. Сказал, хозяин не отпускает вас. На работу сейчас. Вот мы с ним уже встретились. А сейчас отару загоним, и мы поедем. Вот там возле бочки наша машина стоит. Svetlana gets ready while Alexei goes to find Nikolai. But before they can leave, the owners arrive. Оперативно они. Оперативно они. Это соседка сообщила. The owners appear surprised to find Alexei and the camera crew on the farm. Кто вас вызвал? Они вызвали. Они вызвали. Кто? Ты вызвал? Нет, родственники. Какие родственники? Которые его ищут. Кто тебя ищет? Племянник ищет. А почему ты не сказал, что тебя ищут? Почему я не говорил? Я говорил, домой надо. Документы Светланы у кого? Да, у меня дома. Поехали с документами. Не поеду я никуда. Почему? Что ты голодовый торошил? Ты кто? Волонтер. А? Волонтер. Да, кровь, выходи сюда. Вот это документ показывает. Как ты не будешь? Это мой дом. Пошел вон отсюда. Хорошо, сейчас снег заберем и уходим. Слушай, пошел вон. Давай выскочил отсюда быстро, бля. Выскочил, говорю, отсюда быстро, бля, нахуй за мост, бля. Ты че, бля, здесь, бля, здесь игры играешь? А? Какие игры? Ты че, бля, отсюда, бля? Пиздарас, бля, тебя кто сдержит, бля? Пососу на место, бля. Быстро, бля. Гантом, бля. Бегом. Сейчас мы Светлану дождемся и поедем. Слушай, она никуда не едет. Почему она никуда не едет? Вот как потому не едет. Мы сейчас его просто заберем и все. Нет, ты не заберешь его. Почему? Вот потому. Ты его разговор слышишь? Ты домой хочешь ехать? Хочу. Ну все, поехали. Сюда веди-ка. Сюда веди. А почему он сел по своей воле? Почему вы его сейчас вытащили? Давай нахуй отсюда. Нет, я спрашиваю, он по своей воле вышел, сел к нам в машину. Я же вам показал.
Unable to take Nikolai and Svetlana away from the farm, Alexei calls the local police, who come to investigate. Они их насильно из машины вытянули, из нашей, когда он уже сел, Николай. Правильно. Что правильно? Все правильно. Что правильно? Да, правильно сделали. Что правильно? Ты спасибо скажи. Он сел в машину. The police presence is enough to convince the owners to let Николай and Светлана go home. Рабство происходит от того, что, ну, можно, да, тебе ничего за это не будет. Ты вот там наловил, а... Но с моральной точки зрения, они считают совершенно нормальным там набрать того, кого они называют бомжом или бичом, и вот так за еду эксплуатировать. Николай и Светлана return to their family. But there are thousands more men and women who still need help. В Ставрополе есть у нас чувак, которого нужно забрать. Он там где-то на кошере. Он пришел как-то в поселок, оставил записку в магазине у продавщицы, попросил помощи, чтобы его забрали.